sure. No longer right to idealistic boy. Привет всем, это видеообзор по Флатау. Флатаут хоть и не культовая игра, но все-таки очень хороший симулятор полета через лобовое стекло. Первое впечатление от игры было довольно двояко. С одной стороны, средние гоночки, с другой полная разрушаемость как машин, так и окружение, плюс ко всему очень-очень-очень большая хардкорность. Геймплей игры очень насыщен и разнообразен. Главной его фишкой является накопление нитро за счет разрушения окружения, машин, короче всего, даже самого себя. Помимо всего прочего, тут также присутствует куча трюков, дерби, разрушение, гонки по кругу. Еще в игре есть некая РПГ-составляющая, называемая гаражом. В нем нам можно чинить, улучшать, нет, то есть чинить там нельзя, там можно только улучшать там карбюратор, движок, корпус тоже, там все прям можно чинить, улучшать. Вообще за геймплей 9 баллов. Бескрайние леса, карьеры, степи, все это очень радует глаз. Что немаловажно, говоря о графической составляющей. Здесь она выполнена тоже довольно-таки хорошо. Высокая детализация машины и незаскриптованное разрушение делают игру невообразимой. Поистине. Машины постоянно пыхтят и дымятся, это добавляет невероятную... Управление в игре несложно в освоении, но часто в понимании. Где и когда включить нитро, и где дернуть ручник, бывает порой тяжело. И чтобы машина не улетела в кювет, приходится порой задуматься. Но главное, что оно не напрягает. И самое главное, саундтрек игры. Вся музыка в игре выполнена в стиле металла и трэш-металла. Оставляет очень большое впечатление, каждая вторая песня вбивается в память прямо. Невероятно. Итого, геймплей 9 баллов, графика 8 баллов, управление 8 баллов, музыка 9 баллов. Средний балл 8,5. Plastic shopping now. It's-